Потенциально опасная медицина. Прокуратура Ленинского района областного центра выявила грубые нарушения в деятельности одной из стоматологических клиник. Медики хранили лекарства вместе с продуктами питания, нарушали температурный режим. Сроки годности у некоторых препаратов давно истекли. Ко всему в придачу документацию вели халатно. Этих фактов хватило для сотрудников надзорного ведомства. Была проведена проверка и возбуждено административное дело. Виновное юридическое лицо привлечено арбитражным судом к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений прокуратуры района внесено соответствующее представление, по результату рассмотрения которого выявлены нарушения устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены, но прокуратура продолжает следить за деятельностью стоматологического кабинета во избежание рецидивов.